Так уж фотографируется. Я не фотогеничная. Постричься, так, а еще? Меня зовут Ирина, я парикмахер. У меня своя студия колористики, мы красим, стрижем людей. И у меня пришла идея, желание подать заявку в фонд «Хорошие люди». И как-то образовалась вот такая вот идея собрать людей и сделать их красивыми и, может быть, капельку немножечко счастливыми. Затылок открываем, уши открываем, да. Макушку объемную, да? Да. Все, мы определились со стрижкой, замечательно. Посмотрите, я вот чуть-чуть еще затемнела, прямо вот на полтона. Ну давай. Ну, вы здесь не для того, чтобы переживать. Ну вот, понимаете, как, а я сейчас опять вот покрашу, если мне это самое, я опять буду ходить, пока у меня не отражается. Вы ничего. Ну, сейчас еще да, вы, сейчас мы да, с вами да. Еще. Ой, вот. Муж скажет, это где моя жена? Да, да. Вообще. Да. Тут какая-то женщина. Какая-то другая женщина, такое? Да. Как бы кто? Проект называется «Другие люди». Другие люди. А мне еще Ирина тоже говорит, ну покрас. Я говорю, ни за что. А то скажи, я других привез, нас не посадишь. Других и привез. Таня. Вообще, супер. И из меня сделала человека. Смотри, да, и супер. Супер, мне тоже очень нравится. Всех прям красавцы. Вань, слушай, про тебя говорю. Сейчас будет макияж. Подожди, Вань, да нет, сейчас я, может, переверну его. Так Инна-то фотографирует. Да, Инна. Как мы с собой любуемся-то? Да. А главное не то, что фотографирует, она еще нас и пишет все наши разговоры. Да.